Евгения Александровна Теренкунова в свои 79 лет и представить не могла, что в родное село Манаково наконец-таки проведут газ. Она, как и все местные жители, долгожданное голубое топливо встречает как чудо. Теперь готовить можно смело на газовой плите, и отопление всегда будет комфортным. Дожили до такой жизни, что на старости будем газом пользоваться. Местные жители с инициативы газификации родного села вышли к районным властям в 2014 году. Поддержку оказало и региональное правительство. И вот спустя несколько лет газ уже доступен для 64 домов. В следующем году будет охвачено оставшиеся 119. Мы счастливы просто, что такое пришло к нам. Ну, облегчение в жизни. Спасибо губернатору Глебу Сергеевичу, спасибо администрации Навашинской, что постарались, сделали. Проект межпоселковой газификации обошелся почти в 55 миллионов рублей. Львиная доля, конечно, из областного бюджета, но прилично добавили и из районной казны. В торжественной обстановке запуска долгожданного газа принял участие глава региона Глеб Никитин. Мы здесь вместе с жителями за счет областного бюджета, за счет муниципального достаточно значительного софинансирования, при том, что возможности бюджета городского города Навашинский не самые большие, провели этот газ. Конечно, люди по-настоящему рады и по-настоящему этого ждали. То есть газификация – это тема, которая действительно людей волнует. Глеб Никитин также пообщался с жителями Манаково, которые, в свою очередь, рассказали главе региона о еще нерешенных проблемах. Это ремонт дорог, водопровод, стоимость электроэнергии. Много обращений было связано и с плачевным состоянием местного фельдшерско-акушерского пункта. Реакция не заставила себя долго ждать. Глеб Никитин лично осмотрел сельское медицинское учреждение и пообещал в ближайшее время сделать соответствующее распоряжение по линии регионального Минздрава. Речь, в частности, идет и о ближайшей газификации самого ФАПа. Глава региона поддержал инициативу и о приезде в село мобильного диагностического комплекса, в котором обследование смогут пройти все местные жители. Это правильная тема очень, чтобы провести диспансеризацию с мобильным комплексом, который приезжает. Сделаем. Что же касается общей газификации сел, то Глеб Никитин назвал это одной из приоритетных задач регионального правительства. В ближайшее время темпы газификации в области будут значительно увеличены. Сергей Щеплягин, Ренат Бикбаев. Объективно. ННТВ.